Вот уж действительно связь с космосом. Пролетая над родной страной, первая белорусская космонавтка отвечает на вопросы соотечественников. На МКС сила притяжения Земли не действует, а вот науки – вполне. Исследования и опыты на высоте 408 километров – такого наши еще не делали. Марина Василевская и в этом первая. Ведем фото- и видеоспектральную съемку Земли, великое начало, ураган, также любительская радиосвязь. Уже завтра Марина Василевская приступит к очередному исследованию. Лактоферина. Польза этого белка на Земле детально изучена и очевидна. Это важный компонент, формирующий иммунную систему человека. А вот как белок поведет себя в условиях невесомости и действительно ли он будет полезен для космических путешественников, это нам еще предстоит узнать. Хотя кое-какие предположения уже есть. Решили предложить такой комбинированный препарат с усиленной антимикробной активностью, который будет профилактировать какие-то нежелательные изменения в организме космонавтов, ну и в какой-то мере защищать их и замещать даже использование антибиотиков. В багаж, в космическую одиссею Марине помогали собирать ученые Беларуси и России. Заранее подготовили все образцы, необходимые реагенты и лабораторное оснащение. Пошаговые инструкции также прилагаются. С поправкой на гравитацию мы повторили эксперимент. Нам нужно добавить в этот образец стерильную воду. Теперь этот образец мы с вами перенесем в пробирку для того, чтобы перемешать равномерно. Вот таким образом мы перемешиваем биомассу бактерий и воду. После этого образцы в стерильных условиях будут помещаться в термостат при 37 градусах Цельсия, где они будут культивироваться 18 часов. На этом этапе останется только поместить образцы в условия с низкой температурой, чтобы сохранить полученные результаты. После спуска исследование уже на Земле продолжится. Нам будут переданы эти образцы для того, чтобы мы могли посмотреть, какие конкретные изменения в результате воздействия гравитации, может быть, радиации, еще каких-то факторов. Еще один эксперимент, который предстоит провести космонавту Василевской – трехуровневая видеосъемка. Космос, Земля и воздух. Сразу несколько ракурсов позволят сделать снимок максимальной точности. Достоверность кадра заоблачная. Земная атмосфера может вносить большие погрешности в распознании тех объектов земной поверхности. Ну, например, синий оказаться зеленым, красное – фиолетовым. Для того, чтобы исключить эти эффекты, проводится калибровка видеоспектральной аппаратуры. Всего Марина Василевская выполнит 7 целевых работ. Из них 5 научно-исследовательских и 2 образовательных проекта. Это эксперименты в области биологии, физиологии и других сферах. Всего 12 дней на МКС обеспечат ученых работой на долгие месяцы, а то и годы. Такие сувениры с Международной космической станции. Результаты будут доставлены на Землю, оценены постановщиками этих исследований. И потом будет произведена оценка их дальнейшего использования для пилотируемых проектов. Несмотря на премьерный полет женщины-белоруски на МКС, Беларусь в космосе уже не первый год. В июле 2006-го белорусский спутник оказался на стартовой площадке Байконура. Но тогда попытка была неудачной. На 73-й секунде полета двигатели ракеты отключились. На борту ракеты возникла нестандартная ситуация. На этом белорусы не остановились. Еще раз белорусский спутник запустили 22 июля 2012-го. В этот день Беларусь стала космической державой. Тогда запуск спутника стал объективной необходимостью. Первоочередная задача белорусского космического аппарата – делать фотоснимки высокого разрешения земного шара. Раньше их приходилось покупать у других стран. Собственный спутник помог не только экономить, но и зарабатывать. Лишь за год в космосе прибыль превысила 2 миллиона долларов. На сегодняшний день затраты на его создание и эксплуатацию в 2 раза меньше, чем выручка, которая была получена в страну. От продажи новых технологий, продажи аппаратуры, продажи комплектующих. Солнечная электростанция в Неваде, международный аэропорт в Рио-де-Жанейро, белорусский город Несвеж. Все эти снимки сделал наш спутник. За 12 лет он сфотографировал несколько сотен миллионов квадратных километров. Эта информация нужна метеорологам изучить погоду, спасателям найти лесные пожары, лесникам контролировать вырубку лесов. Задания сателлит получают отсюда, из центра управления полетами. Связь с ним ежедневная, 5-6 сеансов в сутки. После того, как связь с аппаратом была проведена,
Вся необходимая информация на аппарат заложена. В оперативном режиме проверено состояние работы бортовых систем. После этого проводится анализ полученной телеметрической информации. Сегодня мы не стоим на месте. В планах в 2028-го запустить второй спутник. Сейчас мы на этапе создания элементов космического аппарата. Это будет белорусско-российская кооперация. Тем не менее, в новом проекте максимально задействованы возможности белорусских предприятий. Большая точность откроет новые перспективы. Российская Федерация с 2026 года планирует начать разработку еще, создание еще трех таких аппаратов. То есть в перспективе это орбитальная группировка из четырех космических аппаратов такого разрешения. Это позволит ежедневно наблюдать любую точку земного шара. Младший брат белорусского космического аппарата – научно-образовательный спутник. Его запустили студенты БГУ в прошлом году, уже второй по счету. Студент сам может разрабатывать научный эксперимент, используя эту аппаратуру. А там стоит аппаратура, которая позволяет проводить съемку, как панхромную, так и мультиспектральную съемку земной поверхности. Полет в космос для нас – это не просто имиджевый проект. Это весомый шаг на пути развития белорусских космических технологий, который, в свою очередь, должен стать толчком для совершенствования многих отраслей, даже, казалось бы, не связанных с космосом. Это не только весомый шаг в развитии науки, это весомый шаг в развитии производства, народного хозяйства, сельского хозяйства. Все эти технологии с успехом могут применяться во всех областях. Это видео на мобильный телефон сняла Виктория Фидрус. На Байконуре она провожала в космос свою коллегу. Девушка была также в числе претендентов космонавты, но не прошла. После отбора вернулась к своей привычной жизни. Буквально вчера прилетела из очередной командировки из Египта. Сегодня о своем космическом опыте ни капли не жалеет. Все, что не делается, все делается к лучшему. Я очень рада за Марину. И ей это нужнее, и она это заслужила больше, чем, думаю, что кто-то другой. За плечами Виктории весьма богатый авиационный опыт. Около 7 лет работает бортпроводником. Тем не менее, полеты на самолете и ракете несравнимы. Испытания в звездном городке были не из простых, но 26-летняя девушка с ними справилась. Самым сложным было, как могло бы многим показаться, это центрифуга, но нет. Самым сложным было это функциональные пробы вестибулярного аппарата. То есть это было два таких специальных стула, которые проверяют возможности человека адаптироваться к вот этим вестибулярным раздражителям. А если бы вам предложили бы второй раз полететь в космос, да, и попробовать, вы бы согласились? Да, да, однозначно да. Почему? Когда ты понял, насколько ты силен, сколько внутри здоровых амбиций, энергии, желания, то мне кажется, что Земли уже недостаточно. Полетит ли Виктория в космос после Марины, пока неизвестно, но понятно одно, что ее полезный опыт и других претендентов уж точно будет еще каким-то образом использован. Так, к примеру, одна из несостоявшихся космонавтов уже приступила к другой научной работе в космической сфере. Кандидат от Академии наук Ольга Мастицкая в настоящее время принимает участие в космическом эксперименте, проводимом Институтом медико-биологических проблем Российской Академии наук. Америка, Евросоюз и даже страны африканского континента на освоение космоса тратят миллиарды долларов. Последние десятилетия частный бизнес громко заявляет о себе на космическом рынке. Беларусь не отстает. Сегодня в условиях непростой военно-политической обстановки земные познания помогут сохранить и наш суверенитет. Можно говорить сегодня о военной составляющей. К сожалению, сегодня она тоже является драйвером развития космоса. Те же космические спутники зондирования Земли, которые сегодня запрещены фактически продаже, свободной продаже. Те же орбитальные станции, которые сегодня, некоторые говорят о новом витке с точки зрения ядерных каких-то реакторов. Но пока в Беларуси новоиспеченные родители все чаще для своих девочек выбирают имена Марина, мы становимся свидетелями формирования новой инновационной отрасли в нашей стране. Конечно, эффект этого полета глобальный, нам еще его предстоит оценить, но уже ясно, на орбите космических держав мы заняли свое место. Глеб Прокофьев, Ольга Бабарека, Анжелика Исаедня, Ярослав Гордиенко, «Неделя СТВ».